Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему, почему в панели меню «Пуск» исчезла строка «Поиск», «Нахождение программ и файлов». Итак, приступаем. Нажимаем панель управления. Если в панели управления просмотр стоит в категориях, то нажимаем «Программы». И здесь нажимаем «Включение и отключение компонентов Windows». Нажимаем, идет поиск. Это в этой стороне. Так, пока отмена. Возвращаемся назад. Если у нас просмотр в категории «Крупные значки», вот так расположено, то здесь ищем программы и компоненты. Нажимаем. Здесь включение или отключение компонентов Windows. Нажимаем. Идет поиск. В этом окошке ищем название Windows Search. В этом месте должна быть проставлена галочка. Если ее нету, то мы проставляем галочку, соглашаемся. Я отключаю поэтому. Окей. И необходимо будет перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера нажимаем на меню «Пуск». И здесь должно появиться вот такое окошко. Вот таким способом мы восстанавливаем в панели меню «Пуск» поиск нахождения программ и файлов. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До свидания.